Так, ну что, еще самых лучших могу поздравить с Пасхой. И у меня на обзоре газета, акционная газета АТБ. Итак, ребята, приступаем к обзору. Итак, что нам приготовил АТБ на этой неделе, смотрим. Сегодня в среду у нас подгузники для взрослых. Размер М 30 штук в упаковке 285 гривен. И размер L 30 штук 325 гривен в упаковке. Это 5.05, ну да, сегодня, 5 мая. Дальше опускаемся ниже. В четверг, 6 мая, колбаса торговой марки Добров за килограмм 119.95. Я уже приготовил свой золотой маркер и буду обводить то, что мне понравится и зачем я пойду в магазин. В пятницу, 7 мая, конфеты Элвин никогда не брал за килограмм 77.90. Дальше в субботу консервы торговой марки «Своя линия» 29.90, 325 грамм. И торговой марки «Meat Selected», это у нас филе индюшки 325 грамм, 28.90. Ребята, хочу поздравить! Наконец-то курочка снесла золотое яичко. В цене упала 27.50 за 10 штук. А в воскресенье творог кисломолочный торговой марки «Белоцерковский» 400 грамм в упаковке. 0% 29.50, 5% 31.40 и 9% 33.80. В понедельник нас ждет мороженка. Каштан, уже лето и хочется мороженка. Торговой марки «Разумный выбор» 4.80. Ребят, хорошая цена. А во вторник кофе, кофеманы «Якобс». 200 грамм, 119.90. И открываем с вами нашу акционную газету и смотрим, что же нам приготовил АТБ. А здесь у нас томатная паста торговой марки «Разумный выбор», 480 грамм баночка, 19.50. Одноразовый пакетик 70 грамм, 3.90. Хрен 250 грамм, 11 гривен торговой марки «Разумный выбор». Кетчуп «Разумный выбор» 300 грамм, 8.90. А здесь у нас шашлычок торговой марки «Своя линия» за килограмм 121.99. Колбаски для гриля «Мясная весна» торговая марка за 600 грамм 64.50. Колбаска «Мясная лавка» и «Своя линия» за килограмм 186.45. Колбаска «Мясная лавка» 500 грамм 37.90. Опускаемся ниже, и сок торговой марки Hortex в ассортименте от 26.50, 32.50 и 35.90. Дальше мы смотрим, здесь у нас креветки торговой марки Albatross, 900 грамм в упаковке, 93.40 и 85.30. Мороженое, ребята, я это мороженка брал, Монако, у меня даже еще в холодильнике стоит. А, торговой марки Три Ведмедя, чизкейк и клубничная. Полкилограмма, 65.20. Дальше это чипсы торговой марки «Своя линия», 110 грамм в упаковке, 12.50. 200-граммовые, 18.80. И 70-граммовые чипсы, 8.50. Дальше салфетки. Вот такие вот эти вот салфетки, я всегда их тоже покупаю. А 150 штук, 15.90. И, конечно, тоже я обведу обязательно, потому что я их возьму. Туалетная бумага «Своя линия», 4 штуки в упаковке, 17.10. И кухонные полотенечка «Своя линия», 2 штуки в упаковке, 16.90. Продукция компании Procter & Gamble, женская гигиена, 5, 6, 10 штук в упаковке, 23.90. Head & Shoulders шампунь для волос в ассортименте, 400 и 360 мл, 85.50. Детские подгузники, памперсы в упаковке, 25, 28, 30 штук, 189.80. Зубная щетка Oral-B, 44.90. И Blendamed, зубная паста, 39.90. Стиральный порошок Tide, 2,4 кг, 126.90. И моющий для мытья посуды, это что у нас, чайное дерево и лимон, 23.80. То есть эти акции тоже были в прошлый раз. Листаем дальше, и здесь у нас опять колбаски. Ребята, колбаска торговой марки Добров за килограмм 282.70. Так, филе куриное «Своя линия» за килограмм 135.90. Колбаска торговый, вареная, колбасный ряд за полкилограмма 31.20. Так, колбаска, колбасный ряд и «Разумный выбор», палочка 420 грамм, 28.90. Здесь у нас мясо мидий за 300 грамм, 38.60, торговая марка «Своя линия». Резервы. Мясо мидий, «Своя линия», 200 грамм, 35.60 за баночку. Крабовые палочки, 550 грамм, 69.60. Что-то мне захотелось крабовых палочек. Консервы «Делюкс», 121 грамм, 39.30. Так, сыр твердый, 100 грамм, 49.90. А сыр на полутвердый, торговой марки «Сот», никогда не видел, это впервые. 150 грамм, 32.90 за упаковку. Так, сметана пряжина торговой марки «Злагода», 350 грамм, 19 гривен. Пельмени торговой марки «Три Ведмедя», 850 грамм, 101.60. Опускаемся ниже. Здесь у нас огурчики 650 грамм, 30.90. И помидорчики 660 грамм, 25.90. Грибочки, шампиньоны 450 грамм, 40.90. «Своя линия». Плавленые сырочки торговой марки «Золотой резерв», 90 грамм, 9.50. С разными вкусами. Так, здесь у нас алкоголь мы пропускаем. Водичка минеральная «Труска», «Ветска» торговой марки «Своя линия». 1,5-литровая бутылочка, 7.60. Ребята, Байкал. Я помню из детства еще Байкал, такой вкусный. Значит, водичка в ассортименте. Байкал, лимонад и мультифрукт торговой марки «Своя линия», 2-литровая, 15.50. И листаем с вами
Здесь что у нас? А здесь у нас кукуруза и горошек. Значит, кукуруза или горошек, непонятно, 340-400 грамм, 21,50. Это у нас как сгущенка, но они пишут, продукт молоковмесный. Как бы сгущенное молоко торговой марки «Разумный выбор». 300 грамм упаковка, 15,90. Кстати, я брал, у меня стоит еще в холодильнике. Я люблю вот смешивать сгущенку вместе с творогом. Очень вкусно, я сверху посыпаю еще какао. Получается очень вкусный десерт. Здесь у нас соус торговой марки «Густо». 180 грамм упаковка, 13,90 с чесноком. И карбонара соус 14,30. Здесь у нас вафельный батончик торговой марки. Своя линия в ассортименте. 250 грамм, 24,50. Орешки. Разумный выбор. 180 грамм упаковка, 14,90. Фисташки. Упаковка 150 грамм, 79,90. Ой, вот это тоже я десерт брал. 184 грамма, 35,50. Как-то я его брал летом прошлого года. Тоже мне очень понравился. Ну, такой вкусный. Так, сливки, ленивки. Кто же их не знает? Торговой марки Рошен. Очень вкусные. За 100 грамм, 8,39. Здесь у нас батончик вафельный торговой марки «Своя линия» в ассортименте. За 300 грамм, 27,50. Ребята, конфетки Зорина Сяева. Эти конфетки еще из моего детства. Торговой марки «Свиточ». «Свиточ» тоже очень старая фирма. Подорожали. Вижу, что подорожали. За 100 грамм нам теперь будет нужно заплатить 11,59. Так, эти дрожжи торговой марки «Пикси». Это, я вам скажу, похоже, как ММДМСы шоколадные. За 100 грамм 19,90. Для наших котиков 100 грамм пакетик вот такой 6,30 в ассортименте торговой марки «Своя линия». А сникерс-батончик. Это торговой марки «Марс». С кремовым каким-то, это не знаю, какой-то новый с арахисовым маслом, 13,90. Так, здесь зефирки торговой марки «Своя линия», 200 грамм, 20,70. Смотрим дальше. Женская гигиена, 46 штук торговой марки «Котекс», 34,90. Женская гигиена «Котекс», 8, 7,6 штук, 15,90 упаковка. 16 штук упаковки, вот такие, 39,90. Дальше дезодоранты «Нивея» шариковые, вот такие, 37,90 и 35,50. Аэрозольные. 150 мл, 40 гривен, 40 копеек. Это у нас шампунь-кондиционер торговой марки Тео, 2 в 1, 400 мл, 25,90. Крем-мыло, разумный выбор, 460 мл, 10,90. Кстати, очень экономная бюджетная цена. Аромадиффузоры в ассортименте, 50 мл, 58,50. Это у нас эти смывки, «Своя линия», в ту в унитаз, в бачок, 21,94 штуки. Так, 6-килограммовый порошок торговой марки Гала, 194,80. Французский аромат, вот так вот, это вам не хухры-мухры. Так, здесь у нас для детей страничка, как всегда, ты бы не забывай, для малышей книжки разные. Скетчбуки разные, здесь у нас что еще? Смешбуки для девчонок, игры разные. Даже есть вот теннис, 69 гривен. Настольные игры, 149 гривен, 80 гривен. Даже есть наборы для этого. Пластилин, набор пластилина 129 гривен и 45,90. Игра антистресс 145, машинки от 64,90. Hot Wheels 249. Обратите внимание, вот эти вот самолеты по 49,90. А на рынке их продают дороже. Пасочки для маленьких 79,90. Вот такой набор. Веселая кухня 129 гривен. Набор, машинка на пульт управления 299 гривен. А вот, такой, вот такие пистолеты, которые как мыльные пузыри выдувают, да, интересные, 35,90. Так, мини-вентиляторы, сейчас на лето будет жара, 32,90, скакалка, 39,90. И смотрим дальше, а это будет с 6.05. Смотрим дальше, это все для хозяюшек. Органайзер, 39,90, вот такой органайзер, 19,90. Здесь у нас набор пластиковых, стеклянных. Емкости 219. Вот такая сковородка в виде такого какого-то тигренка 49,90. Набор салфеток 20,90. Это у нас полотенечко 19,90. Бутылка шейкер. Сейчас буду все заниматься спортом, потому что после Пасхи все немножко поправились. 59,90. Стакан пластиковый с трубочкой 9,90. Автоматическая помпа 149 гривен. Сумка для ланча с ручками 99,90. Миски пластиковые, квадратные, 5-литровые в ассортименте 26,90. Тарелки стеклянные 21,90. И салатник 29,90 торговой марки Luminarc. Набор контейнеров пластиковых с крышками 89,90. 1, 2, 3, 4, 5 штук в упаковке. Кастрюли от 169 гривен. Чайник 249 гривен на 2,7 литра. Так, емкость для хранения с крышкой 149 гривен. Ножик 64,90. Так, это у нас доска и миска. Доска-миска. Это что-то интересное. 99 гривен. Миксер 1799 гривен. С гарантией 6 месяцев. Блендер 549 гривен, тоже с гарантией 6 месяцев. Интересная скидка. Здесь у нас козырек от солнца 74,90, панамка 40,90. Это у нас полотенечко 24,90, подушки на стул, на табуретке 54,90, носочки от 12,90, трусики.
туника женская, 119, наверное, в ассортименте, да, размера от 40, от 46 до 56 размера. Так, маски как были, так и остались в цене. Маски тканевые для лица 16,90, саше ароматизированное шоссе, саше 10,90, пряжа 47,90, эфирное масло 29,90, резинки 29,90, наушники 199 гривен, вот такой органайзер для девчонок на помадке, для косметики 149 гривен, пилка для педикюра 12,90, крем-краска для волос 20 гривен 90 копеек. Смотрим дальше. Здесь у нас вот такое ведро на 14 литров 59,90, прожектор 109 гривен. 109,90. Так, удлинитель 89,90. Занавеска на магнитах 89,90. Гель для стирки двухлитровый 119 гривен. А это у нас пленка ПВХ 139 гривен. А клей универсальный 55 гривен. Вот такой в упаковке он идет. А гриль барбекю, это уже пошло все для пикника, 259 гривен. Сумка бананка на пояс в разных цветах 99,90 гривен. Компрессор 149 гривен. Лампа антимоскитная 159 гривен. Кроссовки, ребята, в ассортименте, смотрите. И мужские, и женские кеды. Так, здесь у нас светильники садовые 42,90. Стульчик для пикника 99 гривен. И смотрим с вами последнюю страничку. Вот такой стол. Я тоже на него обратил внимание. Кстати, очень хорошая цена, потому что в других магазинах я смотрел, похожие, но дороже. Тоже стол раскладной и 4 стульчика 899 гривен. Здесь индукционная плита 799 гривен. Палатка двухместная 349 гривен с чехлом. Так, это у нас выкрутка. Ух ты, в виде пистолета, представляете, 399 гривен. И машинка для шлифования 449 гривен. Ребят, вот такие нам товары предлагает на этой неделе. АТБ, всем хорошего настроения, всем пока-пока.